Всем привет моим подписчикам, гостям моего канала. В сегодняшнем видео хочу с вами посмотреть последние мои закупочки, покупочки. Это вот такая вот резная, прорезная, то есть ваза, шаленка, сухарница, не знаю, как ее даже назвать. Такой букет роз. Красивый. И здесь еще по бокам три монетки, как три розочки. Вот это у нас Шуман. Так, еще моя одна покупочка. Это вот такая вот шкатулочка. Шкатулочка-красотулечка. Такая вся в цветах, в розах. Кобальт. Старенькая. Уже, к сожалению, золото с боков здесь. Паранду потерлась от старости, но все равно она выглядит красиво. Такие здесь красивые цветочки, розочки. Ну, это надо деколь. Это не ручная роспись. Это все деколь. Фирму не скажу. Фирма вот такая. Знак какой-то стоит. Кто знает, может, что подскажет. Мне не встречалось. В немецкой фирме это. В книжке нет такой. Такая интересная доза, тоже золото все. По окружности постиралась, тоже старенькая штучка, старая бомбоньерка, или как она, шкатулка, на ножках, на четырех, симпатичная. Отставляем. Так, теперь это у нас деревянная шкатулочка музыкальная. Открываешь. Перекрутили, что ли? Перекрутил. Лимитированная. Приехали штраус. Номер дозы 386. Лимитированный был. Все, закрываем. Какие-то то ли артисты танцуют. Непонятно. Так, этого, может, видели из последних видео. Троечка красовущая, чашечка старенькая. Тарелочки. Это нашел я это от Рибр. Фарфор. Рибр.
Бавария. А это знак кто-то поверху брал. Заготовки, видать, от Рибра. И окрашивал и ставил свой поверху штемпель. Такого штемпеля я не нашел именно. Чем он факт? Ну, кто обкрашивал? Что за художник? Тоже Бавария, вроде, с Баварии. Так, отставляем. Это у нас Томас. Троечка от Томаса. Тоже красивая. Цветочки, букетики. Тоже старенькая. Сороковые, может, там. Предел 40-х годов, наверное. До-после. Это Розенталь. Кобальтовая. Троечка. Ничего такого красивого нет. Только кобальт. Золотые ранды. Вставляем. Так, следующая покупка. Это вот такая вот ваза. Это сегодня я нашел. За 2,50 вообще прям даром. Это у нас Ваймер. Стояло 2,50. Вообще даром. Так, еще вот такая троечка. Вся в золоте. Картинки. По окружности. В самих тарелочках тоже. Это у нас Хучеройтер. Тоже уже старенький. Так, бомбонерка небольшая. Тоже не смотрел, чем она фактура. Некогда даже было. Так, такие розеточки, три штуки. Там репиха. Это, наверное, какой-нибудь шиповник. Шиповник. А это ежевика, наверное. Это у нас кайзер. От кайзера три розеточки. Так, вот такая вот тарелочка настенная. Русская сказка. Это у нас Хайнрих совместно с Велерой Бог. Мария Моревна, не знаю, Мерхен, Рощи.
Точка. Так. Сторону уберу. Следующая. Это бомбонерочка. Досталась мне по оценочке. Наконец-то. Стоила 48 евро. Наверное, год стояла. Я все ее караулил. И тут как раз пришел, и при мне ее прям вытащили. Вот Розенталь. Такая вот красавючая бомбонерочка. Вся в розочках. Так, следующее, это вот такой заварочный стаканчик, двойная ручка такая, интересно, два пальца можно, удобно было держать, крышка в цветочках. НПМ какая-то. Чисто чай заваривать взял. Так, еще одна бомбонерка от Велерой Бог. Сверху держатель роза. Как приклеено к крышке. Велерой Бог с Ханрихом тоже. Так. Совместно. Такая вот она. Интересно. С уголками. Последок масленица, доза, то есть под маслом, под маслом масленица, интересная, это тоже Велерой Бог, такая вот красота у меня сегодня. Все, на этом видео заканчиваю. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Не пропускаем интересного. Всем пока!